Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, ну-ка проверим. Да, действительно, не обманули вы меня. Добавили еще одно испытание. Ребят, называется выживание. Окей. Тогда сегодня пойдем его проходить. Но сначала сделаем, естественно, свои дела. Так, древесину я заберу. Нет, мы не так с тобой начинали. Надо для начала открыть пак, потом второй пак, а уже потом собрать ресурсы, раскидать всех по делам и начать проходить испытания. Да, так будет привычнее для нас, да? Шторморез, громель, громорог и ресурсы. Ну, допустим. Так, теперь с удовольствием глянем еще один пак. Ну что же, как обычно, монеты Удина, 9 штук. Это я забираю. А здесь, ну, опять просто ресурсы. Окей. Так, зеленая смерть, что ты мне принесла? Ну-ка посмотрим. Корма и 150 тусклого янтаря. Пускай дальше идет на поиски. Так, наверное, нам нужно с тобой камеру немножко, да, отдалить. Вот так вот будет эффективнее. Шторморез. У меня получается 49 уровень. Этого мало. Пускай идет, обучается. Кревет. Тоже пускай идет, обучается. И ветрокрыл, да? Тоже пускай идет, обучается. Так, здесь мы с тобой посмотрим, что у нас. Фурия притащила 50 тысяч древесины. Понятно. Забираем с тобой руны. Теперь будет соточка. Ё-моё. Ежедневно по соточке. Это очень хорошо на самом деле. Так, дневную фурию мы с тобой... Ну, пускай она вот здесь вот будет у нас шоркаться. Естественно, бесплатно. Пускай идет. Так, наших дракончиков давай-ка мы отправим. Ночные жути. Бесплатно, конечно же. Кривоклык, ты-то как? Давай-ка, наверное, тоже тебе, парень, бесплатно отправим. Например, шепот. Сюда. Так, барсик. Эрит. Бесплатно. И сарделька. Яйцо, ледяное яйцо, да? Рытье. Бесплатно. Так, ну что, этих дракончиков мы с тобой отправили. Заберу древесину. А что у нас тут, а? 36 рун. 190 тысяч древесины. Еще столько же и... Опа! Это еще что такое, друзья мои? Два дня будет выводиться, ты прикинь? А кто это такой-то? Я куда его отправлял, ты не помнишь? А, секунду. Сейчас, подожди, я же, кажется, вспомнил. Мы его отправляли вот сюда. Верно? И, по-моему, он... Да, нашел редкое яйцо как раз на песчаного призрака. Вот оно что. Так, ну, следующая отправка у нас будет сладкая смерть. На поиски. Твою же налево. Тут, смотри, тут аж два редких яйца. Да, есть смысл, ребята. Заплачу ему за путешествие нашими, как говорится, рунами. Надеюсь, что-нибудь хорошее да принесет. Опа-на. Четки. Гребешок. Здесь мы с тобой что? Откроем обычный пак. Смотрим. Громобой, древоруб, злобный змеевик и кривоклык. Давай-ка, наверное, поставим с тобой редкий сразу же, да? На открытие. Так, здесь заберем с тобой все наши награды. Так, кто-то из подписчиков просил: Рэй, покажи, сколько у тебя цветочков. Мне даже самому интересно, сколько у меня цветочков. Сейчас глянем, друзья. Сейчас глянем.
Так, насколько вы знаете, да, я коплю на вечное чёса. Так, это не то, это руны. Даже не руны, это монеты Удина. А вот. Ну, смотри, сколько у меня. 7265. Остается буквально чуть-чуть. Ну, 4000 там с небольшим. 4, ну, почти 5000, да, ребят. 5000, скажем так. И я возьму вот этот вот премиум. Вес начеса. Так, ну что, вроде бы здесь мы с тобой все, что могли, уже сделали. Естественно, ждем с тобой наших викингов. Точнее, не викингов, а наших драконов, которые прокачаются, чтобы построить новых викингов. Так, а я, знаешь, что забыл глянуть? Вот в ангар. Мы же в ангаре с тобой, да, прокачивали? Ну, по-моему, да, только я вот не вижу. Громобой у нас находится там. Громобоя мы выставляли, да, сюда, насколько я помню. Он где-то... Вот он. Кстати, его нужно отправить. Или подожди, подожди секунду. Не, ребят, ну это уже специально. Это уже ни в какие рамки не входит. Ох, в плане занято. А кем занято святилище Валки? А что, у нас уже с тобой здесь этот тренируется? Ускорить. А ну-ка. Блин, шанс, конечно, вообще маленький, ребят. Эть. Да. Подожди секунду, я все-таки, наверное, хочу громобоя прокачать. Сколько? 51. Ну, надеюсь, сейчас-то прокачаешься ты? Да неужели? Ну вот, другое дело, друзья мои. Он становится титаном. Громобой титан. Это говорит о том, что я могу его дальше прокачивать. Ну, а теперь этого с тобой отправляем. Пускай идет. Что не хватает? Сколько там нужно? Древесины, я не понял. Ага, 8. Ладно, 2 миллиона древесины не хватает. Это, в принципе, ребят, не страшно. Мы сейчас с вами это заработаем все с полтычка, знаешь где? Именно, на испытании. Ну что же, поехали. Ой, а что он такой коротенький-то? Драконий корень опять пошел в рост. Нужно его искоренить, чтобы ни один дракон больше не пострадал. Это случайно не там, где 6 волн будет, а, друзья мои? Это лишь бы не это. Там вот в одном бою 6 драконов будет. 6 волн из драконов. Если это, то это труба. Сразу тебе скажу. Точно. Ой-ой-ой-ой-ой, вот тебе и... Коротенький, он сейчас мне тут все нервы вытребит, поверь мне. Это испытание. Первое, может быть, мы еще с тобой пройдем. Но вот второе. Так. Хорошо, что у нас с тобой здесь есть хиллер. Хоть какой. Так, эти пока ничего нам не делают, да? Не могут нас ни пробить, ничего. Давай бомбить. Так, что-то вам собрал. Ой, это тебе не поможет, парень. Это тебе не поможет. Так, переходим на вторую волну. Опять вы здесь, да? Уровень уже, конечно же, повыше. Так, подожди-ка, если я сделаю... Да пускай он нам помогает, в конце-то концов. Что, мне тут одному, что ли, драться, да, в конце концов? Вот, давай так сделаем. Вот так. Он все равно успеет, да? Хряпнуть. На тебе. Ну, пока мы можем, знаешь, что сделать с тобой? Похиляться. Мы с тобой хильнемся. И дальше будем уничтожать. Так, давай, поехали. Третья волна. 11-12, да, уровень? Прямо на глазах растет. И это только третья волна, их тут 6.
Их тут 6 будет, ну-ка. Спасибо. Ударим. Не можем добить. Так, сейчас что-то будет противное, да? Понижает мне броню. Так, давай подумаем, что нам сделать. Мы можем хильнуться, но... Но сначала мы сделаем на него слепоту. Вот так вот. А теперь уже можно будет и хиляться, и все, что хочешь. Поехали. По-моему, ему крышка. Да. Так, как ты видишь, тут уже 3 дракона. Нам с тобой нужно что? Усыпить этих дракончиков всех. Поэтому понемножечку всех будем бить. Теперь в сон. Так, шепот смерти будет первым. Дальше сюда. Погоди-ка. Ну да. Надо его прессовать. Теперь сделаем вот так. И бомбим. Не забываем подлечиваться. Ну что ты, что ты, что ты? Конечно, ага. Разогнался. Почему у меня лечилка, извини меня, не успела восстановиться? Что я могу сделать? Я могу сделать вот так вот. Да? А смысл этого? Я все потратил, и мне все равно не хватило на то, чтобы подлечиться. Ё-моё. Ты глянь, что тут происходит. Офигеть. Наверное, нам тут придется... Придется использовать, да? Наше заклинание. Так, сюда что ли влепить? Ну, поехали. Сделаем так. Ну. Дальше. Блин, 3 энергии, да? Этот вот будет у нас чудить сейчас. Хотя нет, ничего не будет чудить. Шепот смерти надо разбирать. Так, давай, помогай. Ах ты засранец. Ладно. Пускай будет по-твоему. Сделаем так, друзья. Так, шепот смерти нужно убить. Теперь сюда, да? Этот пока спит, мы с тобой хильнемся. А если я хильнусь? Я, ребята, а если я... Блин, придется ударить. Сейчас кому-то прилетит. Так больно. Вот об этом я тебе и говорил. Эх, ребята, ребята. Сейчас вот этого кусанет. Промахнулся? Ну давай в сон тогда загонять его. Блин, а впереди еще одна волна, прикинь. Да ну хорош, ты же... Что он там все сделал, не могу понять. О, 16 уровень, ребята. 16. Тут если только знаешь, как делать. Усыплять их всех. И все. Другого варианта. А я не успею, да, у меня тут разберут. Я офигею, ребят. Как здесь вообще можно играть, а? Как, вот объясни мне. У меня шансов вообще ни одного. Ни одного шанса. Так, значит, тут фиолетовые, да? Фиолетовые и красные. Грамгильду. Ой, Грамгильду. Нам сюда, знаешь, кого надо брать? Нам с тобой сюда нужно брать стального капкана. Так, значит, делаем следующее с тобой. Убираем Барсика, да? И ставим вот так.
И попробуем. Конечно, я не уверен, что это нам как-то поможет. А еще стальной капкан у нас 11 уровня. Его очень быстро будут разбирать. Ну, попытаемся, посмотрим, что из этого вообще получится у нас. Угу. Поначалу, конечно, все легко, все изи. Кажется, что бы тут не воевать. Самое обидное, что мы с тобой потратили энергию. Ну-ка. Мне кажется, у нас стальной капкан будет страдать постоянно. Хотя, может быть, вот это вот понижение атаки нам поможет. Фиг его знает. Не уверен, конечно, но... Но вдруг... Так, фиолетовый по... Фиолетовый наносит урон по синим, да? Очень сильный. Понял. В наших интересах всегда бомбить в первую очередь фиолетовых, да? Получается так. Добиваем. Так, здесь мы с тобой сделаем лечение. Понижаем атаку. Конечно, когда у них уровень маленький, да, тут 11-й, это легко. А когда 16-й, там уже, извини, там уже приходится не на шутку драться. Так, здесь победили. Переходим на третью. На третью волну. Давай вот так вот сделаем. Угу. Валим. Так, ты что собрался делать? Ну, естественно, атаковать синих. Ой, зеленых. Давай так сделаем, наверное. Окей. Добиваем здесь. Ну и остается вот этот, да? Чудовище. Сделаем лечение. И потихонечку, потихонечку будем его... уничтожать. Четвертая волна. Блин, они тут все фиолетовые. Это плохо. Видишь, что начинают делать? Атаковать. А этот кого? Понятно. Ну, красный не изменяет себе, поэтому... Так все и происходит. Ну-ка, если я звездану, замедление сработает, да? А если мы сделаем так? Давай, наверное, вот так вот все-таки сделаем. Ну, понятно, что они делают. Кого атакуют и зачем? Тут уже и дурочку будет понятно. Давай, наверное, мы сделаем с тобой... Блин, у нас пониженная атака. Фиг с ним. Погнали. Пускай будет пониженная атака, но зато они все спят. А я еще всех и разбужу, да? Красавчик. Блин, лучше не придумаешь, а? Зачем так надо было делать? Лучше бы я потратил тогда на отхил. Лучше бы я тогда на отхил потратил все это дело. Так, добиваем здесь. Тут надо лечиться. Причем срочно. Да куда ж ты отхил, блин. О, совсем не то. Совсем не то, что я хотел сделать. Кусаем. Бьем. Подхиливаемся. Да ты заколебал, а? На тебе. Так, пятая волна. Ну, давай сюда, наверное, ударим, да? Тут, конечно, сейчас будет жестко. С одного укуса может убрать мне этого, да? Так, сейчас будет именно он, да, ходить? Но
Давай так, наверное, сделаем. Понижать атаку сюда. Офигеть, он с пониженной атакой бомбит даже, не кисло. Так, этот в последний раз мне поможет. И все. Шепот смерти. Давай сюда ударим. Ты что творит, а? И этот туда же лезет. Уничтожаем. Это сейчас укусит, наверное. Так, он ничего. А, он усилил атаку. Он усилил себе атаку. Ребята, нужно его брать. Срочно. Блин. Кого укусит? Ух, ё-моё, я не успел, ребят. Ну это все, это фиаско. Это фиаско. Ну ты прикинь, как он дамажит, а? Вот как с ним тут справляться, ребят? С таким офигенным дамагом. Я не знаю, например. Он еще у меня видел, что он делает? Он сжигает мне энергию. Вот так-то. Он сжигает мне энергию. Да. Круто. Круто, я тебе скажу. Давай вот так вот сделаем. Я могу только пройти здесь, наверное, одну волну. И все. А на последний, на шестой, я не смогу пробиться. Он просто сжигает мне всю энергию. Вот и все. Ну вот как вот здесь быть? Ну, вот скажи мне на милость. Если я применю... Кого мы можем с тобой? Вот этого, да? Давай сделаем так. Пускай он там своих бомбит. Как-нибудь потихоньку, да? Так, что ты там выпендриваешься, блин. Понизил мне защиту, да? Сразу же. Так, давай бомби там своих еще раз. О, почти готов. Мы можем что сделать с тобой? Можем хильнуться и... Вот так вот. Твою налево, да заколебали вы, а? Почему? Давай уничтожай там своего, не знаю. Все, да? Сейчас, по-моему, кому-то крышка будет, ребят. Ну, уничтожай. Да он смотрит. Они без остановки ходят. Они ходят без остановки. Этот с повышенной атакой, ты знаешь, что сейчас будет? Крышка, по-моему, вот этому будет. Чего? Не, ребят, вы извините, но выживание я не тяну. Это, наверное, единственное испытание, которое я не могу, ребята, пройти. Именно выживание. Не хватает то ли силы драконов, то ли еще что-то. Ну, ты сам прекрасно видел, как они меня разбирают. Туда нужно идти, я не знаю, 18 уровнем, чтобы мои драконы были такие. Только в этом случае, может быть, что-нибудь получится. Но никак не 11, не 14. Просто разбирает на изи. Ладно, я предлагаю сходить еще на арену, может быть, немножко укрепиться. Так, есть у меня? Есть. Поставим на обмен. А этот что загрузил? Иди добывай древесину. Нам нужна древесина. Сидят они тут все, балдеют. Да, конечно, круто меня тут бомбанули. Тут по-другому не скажешь, просто круто. В пух и прах. Я еще потратил... энергию, да, восстановление энергии, восстановление здоровья потратил, считай, все зазря. Ладно, иду на арену, ребята, иду на арену. Два пока вождя еще, как говорится, никто не отменял.
И здесь, я думаю, будет себя чувствовать, ну, более-менее спокойно. Так, душитель смерти. Шипорез. Кто-то из подписчиков сказал, возьми, говорит, душитель смерти к себе в команду. Ребят, я бы взял бы. Но ты видел его уровень, а? На кулеше мне 8 уровня или какого там, 9. От него толку вообще никакого. Опа, начинается. Да, начинается. Шипорез. Так, ну что, сейчас будем наводить сон. Что-то мне так обидно за это выживание, ребята, если честно. Не справился вообще, даже с первой волной. Трэш. Даже с первой волной. Была бы сарделька у меня прокачана, можно было бы сделать через отражение. Было бы круто. Но ты видел, что у них босяра делает? Он сжигает нам энергию. Вот наша энергия здесь, да? Он когда делает супер прием, он сжигает нам энергию. Соответственно, мне приходится копить. А там нужно сделать какой-нибудь супер удар. В общем, это беспонтово. И защититься я от этого никак не могу. Так, ну здесь у нас что? Получается соленка, опять же. Душитель, опять же шипорез. Опять они вдвоем тут, да? А, еще и плюс Громыль со своими фаерболами. Еще не легче, да, получается? Так, ладно. Допустим. Давай сделаем так. Душитель. Так, мы его добить сможем? Успеем, успеем. Окей. Так, шипорез сейчас, смотри-ка, ничего не стал делать. А вот этот фаербол сейчас запустит, да? Точно. Точно, запустил фаерболы. Ну что ж, давай тогда вместе бомбить Громыля. Давай, давай, помогай, помогай. Не стесняйся. Так, что он там придумал опять? Атакует. Бомби. Чудесно. Ага, тут надо вот так делать. Будешь фаербол свой пускать? Нет, зато сейчас этот свой суперудар замутит, да? Что-то не то, ребят, тут происходит. Ну? Ты этого ждал, что ли? Чтобы у всех было здоровье немножко, нет? Тогда все, тогда он проиграл. Странный, конечно, малый. Очень странный, но мне так только на руку было. Все, друзья мои, победили. О, 1000 лет не было у нас креветка в гостях. И вот он пожаловал. Вместе с Хофером. Молодцы какие, а. Посмотри. Сейчас будет тут разнос по ходу дела. Ну, естественно, кого же еще будет атаковать? Конечно же, будет моего ветрокрыла бомбить. Сейчас они вдвоем опять сыграют и кого-то вынесут мне. Не? Суперудар будет? Жестко. Давай-ка я вот так их немножечко в сон отправим. И будем бомбить, наверное, креветы, да? Или... не, вот так лучше. Лучше так. Промахнулся еще. Ух. Это хорошо, что ты промахнулся. И опять ходит, прикинь. Он промахнулся и опять ходит. Так, мы полечимся. И начинаем бомбить. Двойная атака. Сейчас вмажет, ребята, электричеством. Поверь мне, сейчас супер удар будет. Ты прикинь? Вот это он лупит, а? Ужас просто, ужас. Ну, смотри, что у нас здесь. 16 уровень, да? 16 уровень именно сардельки. Ладно. В принципе, можно ее наказать. Но лучше мы будем все-таки уничтожать душители. Тихо-тихо.
Блин, как-то мне немножко неудобно. Ой-ё, ты чё? Ты серьезно? Нифига, сейчас уничтожат, мне кажется, да, Барсика? Трындец, поиграли, называется, а? Давай так сделаю. Пускай сарделька бомбит кого-нибудь. Мне не важно, кого, лишь бы атаковала. Так, ты-то что будешь делать? Понятно. Ну а ты? Красиво. Очень хорошо, мне понравилось. Давай продолжать. В том же духе. Вот достала. Давай дальше. Будешь помогать нам. Атакуем. Ну тихо, тихо, тихо. Добивай. По красоте. А мы теперь атакуем его. Вот смотри внимательно. Смотри внимательно. Он 16 уровня. Я его уже заколебался бомбить. Ты посмотри. Как у него мало отнимается здоровье. И это обычный рядовой моб. То есть, а на испытаниях такие же, да? Чудики 16 уровня, только еще и боссы. Вот представь, как с ними драться там. Так. Вот как думаешь, ну, в принципе, здесь-то мы его победим. Этого-то мы победим с тобой. Тихо, тихо, подожди. Давай. Так. Хоть и маленький, но жирный, да, какой? Опа, он на ничью, ребята, выходит. Он выходит на ничью. Да ё-моё, ну что за непруха, а, у нас? Не смог его пробить. Ладно, двух драконов нам засчитали с тобой. Еще нужно сколько? Еще 8. Смотри, 15 и 15 уровень, да? Две зелени. Плюс одна синюха. Как бы в моих интересах бомбить Костолома. Потому что он будет разбег делать, да? И оглушать. А этот тоже бомбит не кисло. О-о-о, что-то вообще по минимуму. Так, фиолетовый по зелени вообще никак не атакует, да? Практически получается. Что-то пошло не так, по-моему, у нас. Кого будет бомбить? Опять Барсика? Ну да. Давай-ка мы их усыпим чуть-чуть. И все равно будем бомбить Костолома. Так, ты добьешь? Нет. Не хватило ему. Хотя, ребята, нормально. Так, дальше. Дальше как нам сделать-то лучше? Наверное, вот так вот. Раз. Два. И три. Да, так будет оптимальнее. Ну, теперь бомбим сардельку. Так, она хочет... Она сейчас будет атаковать. Мне кажется, Барсику крышка, ребят. Ну-ка. А-а-а, вот он как решил. Ну, это зря. Зря ты, конечно, так, парнишка. Тут мы выиграли. Ё-моё, опять 16 уровень дают, а? Вы издеваетесь надо мной? Поехали. Барсик, да, значит? У меня 14, у него 16. И все будут, наверное, нападать на Барсика. А, нет. Нет. Смотри, у него уже 3 энергии. Раз. Два. И что сделать? Ну давай вот так вот. Так, этот начинает чудить. Блин. Так, этот, наверное, опять сюда же. А этот добьет. Да? Ага, вот как. Тогда баиньки. Тогда спать. Спать. Блин. Тут кого не возьми, что тот, что этот, они... Этот сейчас начнет разбегаться. Все, по-моему, мы потеряли кривоклык. Сейчас еще этот проснется, будет нас что делать? Замораживать в сон, как всегда. Что он может еще делать?
Ай-яй-яй. Очень тяжело они идут, ребята. Очень тяжело. Ну, допустим. Погнали дальше. Так, ну добей его, пожалуйста. Окей. То есть... Смотри, что получается. Мы его атакуем, да? У нас идет бонус 2х. Он получает 2 энергии. Отправляет нас всех в сон. Так? Скорее всего, так оно и будет. Отправляет нас всех в сон. И начинает бомбить. Хотя, погоди-ка, у него, видимо, не получится, скорее всего, да? Или получится? Ну-ка. Да, мы успели. Слушай, интересно, а почему он не стал применять сон? Вот для меня какой вопрос остался открытым. Вы издеваетесь сейчас, что ли? Я не могу понять. 17 уровень уже они мне подсовывают, ты прикинь. 17. Они вообще оборзели, что ли? Я офигею. Да тут он меня просто раздавит и все. Да. Молодцы. 15-й, 15-й и 17-й. Ну все, тут понятно. Тут мне вообще ничего не светит. Сейчас этот сделает. Этот сейчас с разбега уничтожит, наверное, вот этого, да, мне? Или кого он будет бомбить? Понятно. Теперь этот. Не. Н-н-н. Я чувствую, они специально так делают, ребят. Мне на арене больше делать нечего. Они мне просто не дадут играть. Смотри, что творят. Как я здесь должен с ними справиться? Вот объясни мне. Как? Этот 17 уровня. Вообще, что ли, оборзели? Ну все. Крышка. Этот специально не тратит суперудар для того, чтобы вот этот начал чудить. А он сейчас меня с удара вынесет, скорее всего. Посмотрим. Вот тебе и весь ответ. Ладно, друзья мои, мы с вами заработали пак вождя. Давай его открывать. Ну-ка, порадуешь меня чем-нибудь? Громобой, громыль, чудовище, древоруб, прихвостень. Костолом, ага, сарделька. И ветрокрыл чемпион. Ну вот, ребята, справедливость все-таки есть. Давай. Это какой у него уровень? 11 только. Только лишь 11 уровень, ребята, он получает. Ё-моё. Да. Они у меня все 11 уровня, кроме скалотряса. Ну что, пошли за вторым паком. Да, друзья, очень-очень тяжело стало. Тем более такие уровни мне подсовывают. Даже не знаю, что и делать. Так, 16-й, да? И 14-й уровни. Так, душителя будем душить. Окей. Ага, вот что он делает, ну-ка. Змеевик. Так, душитель. Ой-ой-ой-ой. Трындец. Ну? Что ты делаешь-то, а, тугодум? По-моему, нам крышка здесь. А, вот что он сделал. Он, ребята, повесил слепоту. Тогда красавчик. Извини. Забираю свои слова обратно. Но этот-то сейчас с разбега кого-то уничтожит. И, наверное, даже не стал разбег делать, прикинь. Змеевик. Давай, наверное, вот так сделаем. В сон их отправим. Отправим. Теперь вот так. Главное добить. Ага. Ой-ой-ой, сейчас будет, ребята, больно. Сейчас будет больно. Кого он будет атаковать? Понятно. Ну, а здесь можно, знаешь, как сделать?
Хотя тут мы добьем этого, возьмем под контроль и уничтожим. Угу. Да все, 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 поздно, поздно, змеевик выпендриваться здесь. Как-то чудом мы с тобой здесь выкрутились. Но на войне все средства хороши, как говорится. 15-й, 15-й и опять же 17-й уровень. Ну, вот как вот можно играть так, а? Как можно играть? Объясни мне, пожалуйста. Так, он фиол, да? Чего он боится? Он боится зеленых. А зеленые у нас, как мы знаем, не очень сильные именно по атаке. Ну-ка. Нормуль влупил. Это сейчас добьет, наверное, да? Ну, почти добил. У него почти получилось. Хорошо, я сделаю вот так вот. И вот так. Добить. Ну, давай вот так вот сделаю. О, уничтожил. А ты что тут? Трындец. Лаварых убил. Просто убил. Слушай, он красный. В принципе, его взять под контрольку на два хода. И было бы нормуль, да? Я, кстати, так сейчас попробую сделать. Я возьму его под контрольку. И пускай он мне помогает бомбить лаварыга. А мы его тоже будем потихонечку прессовать. А потом уже добьем и кривоклык. Так. Лишь бы он тут не ставил защиту всякую на себя, как он-то любит делать. Но такой. Прикольно. Вот-вот, я об этом тебе и говорил. Берем опять под контрольку. И сносим с него броню. Так. И добиваем. Ну все, один на один мы выходим с вражеским кривоклыком. Давай на него повесим опять слепоту. И, судя по всему, мы его сейчас уничтожим. Погнали. Все, друзья мои. Ну что, нам еще один поединочек, по-моему, да? И второй пак заберем. Нет, друзья мои, нам еще с вами два поединка нужно сделать. И опять же, чтобы всех троих убить. То есть, точнее, четверых нам драконов не хватает. Но все равно две битвы надо еще сделать. Так, тихо. Так, смотри, 16 уровень уже, а? Стоило мне своего вот этого вот ветрокрыла поднять на один левел, и все, и они взяли в моду. Они себе сразу по одному, по два левела накинули сверху, да? Авансом. Молодцы. Так, ну что, будем усыплять их, наверное, да? Так, пристеголов. Наверное, нам нужно с тебя начать. Мне так кажется. Бомбим. Это пока спит, это хорошо. Чуть было не уничтожил, а? Зато вот этот, по-моему, нас сейчас тут хорошо уничтожит. Смотри, своими фаерболами. Да, именно так и предполагалось. И такой тугой, а? По разбору. Какой же он тугой. Если я его усыплю, потом сделаю две атаки, он бросит фаерболы и, по-моему, нас тут уничтожит, да? Будет такое дело, как ты думаешь? А, он не успеет накопить энергию, да? А, успел. Ну все, тогда крышка нам. Хотя, погоди-ка. Нет, ему крышка. Мы его заморозим и уничтожим. Просто повезло. А здесь у нас кто? Ага, Громорог 17 уровня. Костолом 16. И Пристеголов тоже, извини меня, 16 уровня. И что прикажешь делать? Без понятия. Они мне затягивают гайки, друзья. Просто затягивают, и я теперь не знаю, что и делать. Как вообще тут можно играть?
Если раньше можно было как-то на арене, ну что-то сделать. Сейчас я вообще не знаю, как. Как тут что-то можно делать. Так, кого он там атакует? Понятно. Ну, а мне надо делать вот так. Надеюсь, ты будешь делать свой суперудар? Ой, спасибо тебе большое. Молодец, отлично. Быстренько, быстренько наваливаем. Пока он там в отключке. Так, давай, бей своего кореша. Мы продолжаем что? Слушай, мне надо приберечь, ребята, энергии, потому что я опять буду его... Тихо, подожди. Брать в этот, в слепоту. Вот так. Добивай своего кореша, и уже мы займемся напрямую с Костоломом. Все, погнали. Раз. Раз, два. Двоечка, да? Так, пока не будем ничего применять. Это бесполезно. Не попадешь. Погнали. Еще двоечка. Слепота. Так, у него обычный удар. Поехали. Основной дамаг у нас здесь наносится именно кривоклыком. Потому что он красный. А красный, как мы знаем... Ой, он красный, он зеленый. Точнее, он красный, да. А красный, как мы знаем, наносит урон усиленный именно по зеленым. Ну все, ребята, забираем с вами пак, и можно, в принципе, заканчивать эту серию. Порадуешь? Крылатый ужас. Так, столом дикарь, глыба. И все? Что-то вообще как-то скудненько, если честно. Так, забираем здесь, что у нас? Ага, цветочки Фреи. Тут у нас награда. И еще 200 Фреи. Оу. Слушай, и сколько у меня уже становится? 7635. Прекрасно, да? Я думаю, что на 8 марта опять какой-нибудь ивент здесь будет. Мне почему-то так кажется. Так, ну что, ребята, вроде бы у нас все при делах. Все, что мы могли, сегодня сделали, кроме... Конечно же, события. События я не смог пройти, ребят, я не знаю. Может, у кого-то есть какие-то догадки или какие-то советы? Пишите в комментариях, я с удовольствием почитаю. Ну что же, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.